Всем привет! Выехал сегодня на рыбалку половить на поплавочную удочку. Кашка для прикорма у меня будет как в прошлый раз, когда ловил на боковой кивок. Карасику по 700 грамм. Делал я ее по такому рецепту. Небольшую кастрюлю наполняю до половины воды. Засыпаю одну чашку пшеницы и также гороха. Добавляю пол чайной ложки соли. Ставлю на средний огонь и варю полтора часа. Далее добавляю одну чашку перловки и варю еще полчаса на минимальном огне. Беру половину и добавляю 2 зубчика молодого чеснока. Перемешиваю. Вот и кашка готова. Поплавочную удочку я оснастил удилище, которым рыбачил на боковой кивок прошлый год. Удилище весит всего 250 грамм, легенькое. Это Glaucus от фирмы Doyue. Джинтай. И взял еще также с собой новую удочку с боковым кивком. Это так, если вдруг на поплавочную не будет клевать. Как запас. А все же рассчитываю сегодня половить на поплавочку. Наживка будет червячок. Ветерок, правда, сегодня поднялся. Ого. Удочку мне, пожалуйста, не ломай, а? Хороший карасик. Смотрите, ребята, как эта удочка держит дугу. Вроде как будто сейчас должна сломаться. А та, что я рыбачил на боковой кивок, она хорошо держала. Хотя это и жестче. Вот он какой карась приятный. Опа. Куда? Грамм 600, 700. Первый пошел. Прошло ровно 35 минут, как законное место. Я удержался, да, кивочку решил пройтись. Уже 40 минут просто поплавочек молчит. В общем, получается, трава очень сильно поднялась. Поплавок тяжело пристроить там. Он, видно, крючочек на траву падает.
И все, карась его не видит. А мормышку я, получается, через траву полностью пробиваю, аж до дна. Вот первый раз опустил и сразу есть. А поплавок стоит уже 40 минут. Я перебрасывал чуть левее, чуть правее. Тоже хороший карасик. Грамм 250-300. Что-то я вообще не понял прикол. Я даже поклевки не видел. Он просто там сидел. Это все из-за травы. Я понял, это что поклевка? Только забросил. На лету взял карась. Вот и поплавочка начинает работать. Нашел лукошку. Чуть-чуть правее. Место там, где я обычно закармливал. Там травы почти нет. И карась такой клюет, самый вкусный. Да, Паш, скажи. Так, подцепил я на мормышку горошек. Попробую сейчас на кивочек разговорить. Ну а тебе. А я думал, карп на точку подошел. Клюв прекратился резко карася. Решил на горошек попробовать. Горох работает. Это хорошо. Клёвка. Есть! Ого! Хорошая! Хорошая, что там? Вот чуть-чуть. Вот тебе на. Почему я в прошлый раз на горох не пробовал? Вцепился за того червяка. Тут буквально 5 минут и сразу поклёвка. Снова. Этот раз уже карасик поболее будет. Ох, какой золотой красавец. Так, сейчас я на поплавочной удочке тоже поставлю горошек.
прямо з-под поплавка видір карася. Ще один дядька карасик. Но крупняк подкилошний где-то пропал. У меня надежда еще на карпа. Должен он сюда прийти. Надо в следующий раз будет чесночком не сдабривать кашку, а так прийти с вечера прикормить, а с утреца попробовать ее на кивочек. Взял карасик, хороший карасик. Как красиво приподнял кивочек. Тут железный грамм 700. Брошек хорошо развалился. Пока место успокоится после поклевки. Вот этот карасик хорошо кипишем наделал. По бережку я пройдусь тут. Посмотрю. Поклевка. На горошек вроде поклевочка была. Или это ветер? Да, точно поклевка была. Так, что у нас тут поплавочек? Молчит.
От і вітерок успокоївся. Красиво тут. Порадував сьогодні карасик з поклювочками. Скільки у вас там, а? Да, сьогодні улов шикарен. Ох, скільки карася. Так. Такий великий сюди. Ще один громадний сюди. Це теж сюди. І ти крупний сюди. І ще один крупний. Так, оставила себе. Ну, куди ви, куди ви? На волю вже проситься. Оставила себе ще штучок пожарити. Этих. Отпустим. Крупний карась должен радувати поклевками. Это красавец. Еще один. И вот, финальный босс. Буду благодарен за ваши лайки и комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока. Поехал, я думаю.